В Бишкеке на центральной площади Алато собрались около 1000 сторонников Садыра Джапарова. Люди с фотографиями политика и транспарантами в руках приехали из разных регионов страны – из Нарынской, Таласской и Искульской областей. Выступающие со сцены даже прочитали бата – молитву за здоровье экс-депутата и за процветание Кыргызстана. Было даже небольшое выступление. В сопровождении Кумуза был исполнен эпос «Манас». Политика пришли поддержать также и коллеги, которые уверены, что Джапаров уже достаточно настрадался и пора его выпустить. И для этого они обратились к президенту. Я сторонник того, чтобы Садыр Джапаров вышел не через митингов, а вышел через, как он сам написал в своем обращении, через законным путем. Однако сам заключенный политик призвал своих сторонников не устраивать никаких митингов. В своем письме, переданном через адвоката, он написал, что на площади в этот день, то есть сегодня, возможны провокации. А Кыргызстану сейчас нужна стабильность, но никак не беспорядки и конфликты. Одно из требований митингующих – мое освобождение. Если кто-то действительно намерен выйти ради моего освобождения, то я обращаюсь к ним. На митинге возможны провокации. Подошедшие до меня информации на предстоящее мероприятие третьей силы подготовили провокаторов, намеревающихся повернуть ход митинга в другое русло. Я не желаю, чтобы кто-то пострадал, поэтому прошу своих сторонников воздержаться от митинга. После поступившей информации о предстоящем митинге правоохранительные органы предупредили, что в случае нарушения общественного порядка будут приняты жесткие меры. Анастасия Кан, Денис Курганов, Пятый канал.